Привет, ребят! Снова с вами Мария. И сегодня я хочу снять для вас обзор чего-то интересного. И чего же это? Это будет камера. Новая камера для вас, для хорошего качества, чтобы радовать вас новыми красивыми видео. И приступим. Коробка выглядит вот так. Это Panasonic VX870 в качестве 4К. И посмотрим, что же находится в коробке. Ну, наверное, во многих коробках находится то же самое. Мне попадается первое, это адаптер, колодка для света внешнего, чтобы дополнительно свет можно было подключать. HD кабель. Зарядка, ну, обычная зарядка. И USB кабель. И бленда. Бленда это для того, чтобы ставить сюда фильтры, чтобы снимать разные видео там на разные темы. Ну, чтобы там какое-то качество другое было. Думаю, что она мне не понадобится. Ну и, конечно же, это инструкция. И гарантийный талон. Ну и, конечно же, сама камера. Камера выглядит вот так. Дальше будут кадры, как она снимает в разных функциях. Думаю, что вам это будет интересно. Кто-то, может быть, заинтересуется такой же камерой. Что-то не фокусируется на пуфике. Подожди-ка.
кто смотрел меня, всем спасибо. Ставьте также пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!